Привет! Я вернулась, чтобы рассказать вам про рэп еще раз. Я пишу сейчас альбом, на нем будет 10 песен, 3 из них соло. Ну, как бы канат я уже выложила, хотя хотела типа тропнуть альбом в конце марта, может быть, в начале апреля. Мам, ты меня слушаешь вообще? Мам! Чего? Ну, ты меня слушаешь? Я не поняла особо. Кто-то в перемешку с белой... Чего? Короче, ладно, она пока думает. Это белая была? В смысле? Че ты пишешь там? Че? Это ужасно. Мама, ну что ты делаешь? Я ничего не делаю, нам скинули. Можешь мне скинуть эти фотки? А как я могу скинуть? Просто сохрани вот это все. Да подожди. Нахрена мне со всеми? Ну, мама, ну блин. А мне... Блин, там такие фотки просто. Чиллаут. Мама, конечно, моя злая, не пипец. Понимаю, как много здесь, мама, так. Дотошнусь как много. Так я тебя сейчас ударю. От меня не можешь тошнить. Много, что я хотела сказать? Да, я пишу альбом, там будет, значит, 3 моих соло-песни. Сколько? 6, может быть, коллабораций, 1 ремикс. А как их выбирать-то по номерам? Мам, ты тупишь? Ты тупишь. Я тебе говорю одно, ты мне говоришь другое про Дашу Белую. Почему Даша Белая? Так, ладно, я хотела рассказать про альбом. Значит, я первую песню, как про Надь, записала с Кириллом. Ну, просто, ну, типа, мужик на студии был, и я ему заплатила 1000 рублей за продюсерство, да? Не знаю, как это сказать. Продюсирование. Да, это Кирилл мне помог. А потом я пошла к Кириллу сама. Записать 2 песни за 2 часа. И он сказал, что это было очень круто, и он мне помог тоже. Кирилл, Кириллушка. Кстати, мама хотела, чтобы я ему подарила какой-то пряник с сердечком. Но я считаю, что это не компетентно. Ну как? Типа... Ну, мне не нравится Кирилл. То есть я люблю... Там очень нравится угостить, он сидит там. В смысле, он там не живет. Кстати, он говорит, что работает круглосуточно, но он ушел в отпуск. Поэтому я решила взять перерыв. Я очень люблю свои волосы. Это так круто. О, массаж башки. Впервые за полгода расчесала свои волосы. Это просто балдеж, мам. Ну что, на главное фото тебя лежачую на диване. Так, все, все, мне скидывайте. Короче, сейчас я попрошу свою мамашу, чтобы она мне скинула все фотки. Я потом сделаю слайд-шоу, чтобы вы посмотрели и поржали. Всем спасибо.